Вчера в 12 часов ночи иду, дождь как из ведра, темень, глаз кали, ветер в лицо, весь в соплях. Лужа, в ней кошелек. В нем 10 тысяч долларов США, записка нашедшего, просим вернуть. И номер телефона. Первая мысль была, надо подождать, человек вернется. Мозг через систему нервов дает команду организму. Стоять на месте. Организм отвечает, шел бы ты и побежал. То есть выяснилось, что при 10 тысячах долларов в кармане организм может обходиться без мозга. Бегу, думаю, деньги надо вернуть. Человек вернется. Может, человек всю жизнь копил жене на образование. А мне зачем? У меня жена с образованием. 7 классов. Мы с ней с ласточкой обнимемся, нам вообще ничего не нужно. Единственное, мы с ней мидии любим. Никогда их не видели, не ели. Пока я думал, организм прибежал к дому, где он живет. То есть выяснилось, что при 10 тысячах долларов в кармане организм начинает видеть в темноте. Путается в соплях, но не в темноте. 2 часа ночи, звоню в дверь. Открывает моя ласточка, бледная, как луна. Где ты был, свинья? Взгляни на часы, свинья. От тебя несет, как от свиньи. Ты похож на свинью. И ушла. Я глянул на себя в зеркало. Припугался насмерть. В зеркале на задних ногах стоит свинья. От испуга где-то глубоко внутри шевельнулась совесть. Из темноты стали появляться тени великих писателей, которых проходили в школе. Чехов остановился. Я не ожидал от него. Все время нам долбили культурный человек. Верни баксы, козел. Совесть у меня вспыхнула, обожгла все внутри. Верни баксы, козел. Организм отвечает, шла бы ты туда же, где мозг. То есть выяснилось, что при 10 тысячах долларов в кармане организм может обходиться не только без мозга, но и без совести. Тут жена вернулась, говорит, прости меня, я накричала на тебя. Ты не свинья, ты орел. Забудем все, прости меня, я твоя навеки, ты мой до гроба. О, ты такой забавный сейчас, у тебя такой вид, как будто ты нашел 10 тысяч долларов США. Вот еще секунда, она скажет, где деньги лежат. Организм пулей вылетел на улицу. То есть выяснилось, что при 10 тысячах долларов в кармане организм может обходиться не только без мозга и совести, но и без жены. Идем вчетвером. Я, мозг, совесть и организм. Дождь, как из ведра, темень, глаз, кали, ветер в лицо, весь в соплях. Стали обходить огромную лужу, в ней огромный кошелек. Мы подняли, там ничего. И, видимо, когда поднимали второй кошелек, организм случайно выронил первый с 10 тысячами долларов США. Двухчасовые поиски результатов не дали. В результате температура мозга и организма сравнялась с температурой окружающей среды 0 градусов. И только тогда организм попросил мозг дать команду «Спасайся! Беги в тепло!» Мозг ответил «Шел бы ты, где бабки, придурок?» То есть выяснилось, что у нас в плохую погоду совершенно одинаково ведут себя мозг с организмом, но без денег, и организм с деньгами, но без мозга.